Здравствуйте! С вами «Красота в мелочах». В преддверии Нового года хочется чего-то яркого и красивого. И сегодня мы с вами сделаем нечто особенное – золотую розу. У меня уже есть подготовленный холст, на нем нанесен акрил. Мы возьмем с вами поталь для того, чтобы мы могли крепить золотые листы потали. Берем небольшое количество и начинаем по нашему холсту писать импровизированную розу толстым слоем. Не нужно, клей будет делать свою работу. Вот как чувствуете, как видите, импровизированные лепесточки делаем листик, похоже как у розы. Много их не нужно. Можете посмотреть, первоначальный этап наш, прописана роза специальным клеем, повторюсь, для потали. Ждем 2-3 минутки и приступаем к нанесению нашего золотого убранства. Две-три минутки у нас прошли, мы берем лист потали, накладываем на нашу с вами розу. Берем кисточку сухую и желательно мяконькую. И вот такими движениями делаем на те места, где мы с вами наносили розу. Клей уже схватывается. Вы примерно помните, где вы наносили, да? Вот я вижу, что вот здесь у меня кусочек, я могу оторвать и сюда добавить. То есть похлопывающими движениями, специально сильными не нужно, мы с вами наносим нашу поталь. Видите, она сама уже, излишки отрываются. Все, и ждем снова 2-3 минуты. Ну вот, прошло 2 минутки. Мы берем эту же кисточку и начинаем вот такими смахивающими движениями убирать излишки. Где был клей, поталь остается. А где клея не было, поталь у нас счищается. Можете видеть, как уже идут очертания наших с вами лепесточков, листиков. Берем снова большую кисточку и вот эти остаточки аккуратненько смахиваем. Буквально за считанные минуты мы с вами сделали такую красоту. И в преддверии Нового года это может украсить любой интерьер или стать прекрасным подарком для ваших близких.